Приветствую вас. Я сейчас нахожусь в городе Шэньчжэнь на оптовом рынке электроники, который называется Хуанчанбэй. Здесь множество зданий с абсолютно разными девайсами, микросхемами. Ну, в общем, все есть. Вот начиная от составляющих до конкретных изделий, там, товаров, продуктов, гаджетов. Вот. И, по сути, ну, меня посетил такой маленький инсайт насчет того, что весь смысл, по сути, бизнесмена, вот, особенно в том, что касается торговли, это перенести товары, ценности из того места, где их много. Вот, например, как здесь. Здесь оптовый рынок, здесь очень много торговцев, здесь очень много предложений и, соответственно, цены очень низкие. В то место, где этого практически нет. То есть перенести это, допустим, в торговый центр, где нет, допустим, электроники, да, то есть там будет стоять ваша точка по продаже, каких-то интересных гаджетов, или делать, опять же, какой-то интересный веб-сайт, где вас будут находить по определенным запросам, именно ваш сайт будет привлекать внимание, он будет уникальным, он будет не похожим на другие, он будет иметь уникальный ассортимент, свой бренд, свои какие-то особенности, и, соответственно, вы сможете давая эту ценность, вы сможете как-то повысить цену, то есть люди будут готовы платить эту цену только за счет того, что вы даете им ценность. Вот такие инсайты приходят на рынке электроники, Шэньчжэня, на рынке Хуанчанбэй.